Сегодня 8 февраля 2023 года, Крым, Симферополь. Вот я вам показываю градусник за бортом, минус 10. Сегодня выход ядра с ортоформы 42.19. Ровно 1 килограмм был отобран, 270 орехов. Результаты я заполнил вот в эту таблицу. Но уже видно, что сейчас средний вес ореха 3,7 грамма. Сразу сделал я бланшировку. Вот видите, это ядро. Оно покрыто такой, знаете, ядро ореха покрыто такой войлочной рубашечкой. Но 100% он хорошо бланшируется. Ну, не хорошо, а великолепно. Просто великолепно. Отлично бланшируется, видно, да? Вот я нашел 4 самых крупных ореха этого сорта. Можно рассмотреть. 23-24 грамма они весят. 5 штук, ну разделите, чуть больше 4 граммов, ну почти 5. Вот, вот такой вид ореха. Вот 10 орехов моего основного сорта. Я занимаюсь саженцами трапезунда. Это трапезунд. Крупные орехи весят 6 граммов после сушки. То есть в сыром виде он весит около 8 граммов. Контрабанда, еще расскажу. У нас в Крыму редко можно найти сорт хале. Вот я нашел человека, он выслал мне орехов этих, и я его отбланшировал. Я вам скажу, изумительный вкус. Возможно, один из самых вкусных орехов, что я пробовал после бланшировки. Сорт хале. И он великолепный опылитель, сильнорослый. Вот прорекламирую его. Я когда делал бланшировку, ну вот орехи бланшировочные, я уже на них сделал выход ядра, но тут меньшее количество. Выход ядра получился 44,3, вот на этом небольшом количестве. Вот сейчас мы посмотрим на этом количестве, какой будет выход ядра. Но я думаю, тоже около 44. Что хочу сказать, он достаточно толстокорый. Вот, колется с трудом. Я вам покажу, у меня, наверное, будут мозоли после того, как я килограмм этих орехов раскалю. Дело сделано, процесс у меня занял ровно 45 минут. Колол вот таким орехоколом, достаточно трудно колется. Раскололось у меня напополам всего лишь 2 ореха, так все целое. Выход ядра подтвердился, 44%, достаточно неплохой результат. Вот. Но в условиях, возможно, более короткого лета, короткой вегетации, вы такой выход ядра не получите. Это крымский выход ядра, 44%. Конечно, трапезунд мне милей, вот, и по вкусу я больше к нему привык, вот, но для более северных широт я этот сорт настоятельно рекомендую. Брал я этот сорт в 2018 году у Марины Владимировны Протасовой. Она работает под Курском, вот, за что ей большое спасибо. Вы легко найдете ее канал на YouTube, наберите Марина Протасова фундук и попадете на ее канал. Подписывайтесь на меня в Telegram, во ВКонтакте, в других соцсетях, они будут под видео, там я показываю гораздо больше. Засим прощаюсь, добра и мира, привет из Крыма.